Хитроумную схему получения денег из воздуха, точнее из электричества, выявили полицейские в Ленинградской области. Злоумышленники незаконно подключали к электросетям фермы по добыче криптовалюты. Всего их было 8. Одна располагалась в здании бывшей птицефабрики, вторая на заброшенной базе отдыха, остальные в жилых домах. Пытающая линия, она приходит с левой стороны. Это вот это вот? Да, вот это вот, да, да. По предварительным данным, ущерб энергоснабжающих компаний ежемесячно составлял около 15 миллионов рублей. Такую же сумму злоумышленники получали в качестве незаконного дохода. Криптовалюту аферисты направляли на иностранные биржи, затем обналичивали. Оперативники провели 20 обысков, изъяли оборудование и более 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.